А накануне глава Якутии принял участие в заседании наблюдательного совета компании «Алроса» под председательством министра финансов России Антона Силуанова. Ключевым вопросом стало утверждение ежегодного бюджета «Алроса» на 2017 год. Кроме того, в повестке дня значились пункты об одобрении безвозмездных сделок в будущем году, об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2017-2019 годы. Речь шла о перспективах развития компании, объемах производства, уровне продаж и конъюнктуре рынка в наступающем году. Особое внимание уделили основным финансово-экономическим показателям. Наблюдательный совет и заседание проходит всегда очень конструктивно, хотя мы с министром постоянно спорим, ищем истину. С Антоном Германовичем мы вчера вечером спорили, и сегодня спорили, для того, чтобы как-то правильно воспринималась ситуация в Якутии, чтобы мы понимали, что компания идет к более затратным производствам, то есть это шахтный метод добычи алмазов, это не открытый способ, затраты, естественно, растут, и мы дали понять, что это объективная причина роста затрат в компании, это они должны понимать. Вот это мы доказывали, убеждали и показывали людям. Но с другой стороны, доходы не должны сокращаться.